Друзья, всем привет! Сегодня будем делать рулетики из окорочков с мяском, и с сыром, и с приправами. Все будет, должно быть, во всяком случае, должно быть красиво и вкусно. Начинаем. Отделим окорочка от кости. Приправы смешиваем. Чайная ложка соли, чайная ложка приправы для курицы, паприка и немножко перца черного. Все хорошо смешиваем. Теперь, накрыв пленкой или пакетом, отбиваем. Посыпаем приправой. И укладываем кусочек мяса, два кусочка сыра. Сыр можете любой взять, какой вам нравится. И заворачиваем рулетик. Берем кусочек фольги, чуть-чуть смазываем маслом. И заворачиваем. Блестящей стороной вовнутрь фольгу делаем. А с этой стороны хорошо закручиваем. Так, и можно даже швом вот так вот вверх сделать. Запекать будем в духовке. Все. И так делаю все. Укладываем на противень и отправляем в духовку при температуре 220 градусов. После того, как они постояли в духовке, 45 минут они у меня запекались, я их освободила от фольги и хочу сверху, чтобы придать красивый румянец. У меня осталось вот чуть-чуть приправы. Я добавляю сюда немножко майонеза, можно сметаны по желанию, и слегка смажем сверху их. Поставлю под самый верхний тен, чтобы зарумянилось и был красивый румянец. И кисточкой просто берем и смазываем. Вот так. Рулет подрумянился. Смотрите, какой стал красивый. А постоял всего, наверное, минутки 2-3 под грилем. Включила гриль в духовке. И быстро-быстро зарумянился. Теперь даем остыть. Можно в холодильник убрать остывший, чтобы он немножко принял форму. Вернее, сохранял при нарезке. И все, холодный можно нарезать и подавать. Можно подавать как горячее блюдо порционно, разрезав на 2-3 кусочка. Рулет немножко остыл. Нарезала. Посмотреть, какой он внутри. Вот так. Сыр видно, мяско видно и румяный вот такой. Подавать можно с зеленью, с овощами, с чем угодно. Гарнир любой можно сюда. Картошку, пюрешку, что-то еще другое можете придумать. Вот такой рулетик. Ну а теперь давайте попробуем. Вот эту вот часть отрежу немножко. Необычное смешение вкусов. Сначала думаю, странно, вроде курица отдает мясом, а потом, так оно же с мясом. Это у меня был кусочек окорока. Вкусно. А теперь до сыра добралась, еще вкуснее. Постепенно так добираешься, то до одного, то до второго. И получается интересно и очень вкусно. Вот такой простой рецепт. Делайте, пробуйте. С вами была Наталья. Всего вам самого-самого наилучшего. Всем пока!